Род рыб Абудевду входит в семейство Pomacentrovae. Представители этого рода встречаются в Индийском, Тихом и Атлантическом океанах. Этот род включает около 20 видов. По особенностям экологических предпочтений и внешнего строения выделяют две группы. Виды первой группы питаются водорослями, зоопланктоном и мелкими бентосными беспозвоночными. Встречаются на глубинах до 4 метров. Для них характерно образование небольших групп до 30 особей. Представители второй группы обитают среди коралловых рифов в толще воды на глубинах до 30 метров, питаются зоопланктоном и образуют большие скопления, больше 30 особей, нередко до нескольких сотен. Некоторые авторы выделяют третью группу видов, которые питаются донными водорослями. Перед вами семиполосый абудевдов. Этот вид обитает в Индотихоокеанском регионе, где он встречается от Восточной Африки до островов Лайн и Туамоту, на север до юга Японии и на юг до южной части Большого барьерного рифа. Может достигать 23 сантиметров в длину. Это не мигрирующая морская рыба, обитающая в лагунах и коралловых рифах, на глубинах до 3 метров. Предпочитает места с умеренным ветровым нагоном. Питается донными водорослями и различными мелкими беспозвоночными. Довольно агрессивная рыба, активно защищающая свою территорию. Ведет одиночный образ жизни. Как видите на этих кадрах, он один, что необычно для прибрежных вод Сейшел. В кадре в виде длительностью более 15 секунд всегда можно увидеть несколько видов рыб. Он успешно изгнал их со своей территории и не спеша прогуливается по своим владениям. При размножении образует отдельные пары. Самец охраняет и аэрирует икру. А это шестиполосый абудевдов. Они живут на коралловых рифах на глубине до 15 метров в тропических районах. Часто живя группами, окружающими одну головку коралла, встречаются на рифах Инда, Тихоокеанского региона. Питаются личинками беспозвоночных, зоопланктоном, мелкими рыбами, ракообразными и различными видами водорослей. Эта рыба белая с 5 вертикальными полосами черного цвета. На долях хвоста имеются две полосы, похожие на раскрытые ножницы. Максимальная длина этой рыбы может достигать 22 сантиметров. При размножении могут объединяться в группы из одного самца и нескольких самок. Самцы охраняют икру, пока из нее не вылупятся личинки, но могут поедать икру в кладках, которые они охраняют. Это чаще происходит с небольшими кладками. Самки шестиполосого абудевдуфа приспособились к такому поведению самцов и часто объединяются в группы, откладывая икру в одну большую кладку. За такой кладкой самец ревностно ухаживает. Желтохвостый абудевдуф обитает в Индотихоокеанском регионе. Взрослые особи живут в коралловых рифах и лагунах на глубине до 12 метров, а молодые особи обитают в открытом море. Максимальная длина около 17 сантиметров. Он серого цвета с 5 вертикальными полосами и желтым хвостовым плавником. Во время размножения особи образуют отдельные пары, а самцы охраняют и аэрируют икру. Пятнистый абудевдуф обитает в тропической Индотихоокеанской зоне. Они могут достигать длины до 24 сантиметров. Эти рыбы очень похожи на семиполосых абудевдуфов, отличаются только наличием черного пятна. Они похожи не только внешне, но и ведут схожий образ жизни одиночки, защищающего свою территорию. Он также не спеша плывет, обозревая свои владения. Самцы этого вида охраняют и аэрируют кладку с икрой.